Константин, скажите, пожалуйста, насколько серьезно медведи будут готовиться к игре с болельщиками? Ну, не знаю, как медведи готовятся. Вот ребята с «Металлурга» уже ходят в тренажерный зал. То есть мы готовимся серьезно к этому матчу. То есть будет суровая борьба. То есть мы не хотим проигрывать. Как вы считаете, вообще нужно проводить такие матчи в Новокузнецке? Или они не так интересны, как официальные матчи? Да нет, такие матчи обязательно нужно проводить, потому что это мы сближаемся с болельщиками, и они с нами. То есть на таких матчах всегда отличная атмосфера. Да, и просто как бы расслабиться, повеселиться. То есть это. Я считаю, что это обязательно нужно делать. На предыдущих матчах с болельщиками хоккеисты «Металлурга» разыгрывали настоящее шоу, которое было интересно смотреть всем зрителям. Можно ли ждать нечто подобное и в субботу? Не так нас сразу предупредили, но я думаю, что мы что-нибудь придумаем, что-нибудь особенное. Лично у вас есть какие-то задумки на этот счет? Ну да, их осталось только воплотить в жизни, все. То есть все зависит от времени, то есть постараюсь сделать. Вы не боитесь, что в матче снова состоится массовая потасовка, как на прошлогоднем матче? Побаиваются ребята, готовятся, там, в тренажерный зал, говорю, уже не зря ходим, то есть там особенно там тавга есть один. Я в прошлом матче не участвовал, но видео посмотрел. Опасно будет играть.